Многофункциональных центров в городе скоро не останется. Учреждения по оказанию государственных и муниципальных услуг будут называться «Мои документы». Вместе с названием изменится концепция и функционал центров. Сначала многофункциональные центры изменят свой облик. Вместо больших синих вывесок с длинным названием на зданиях появится небольшой, более сдержанный логотип «Мои документы». Постепенно в ходе плановых ремонтов будут, чтобы не вызывать дополнительную нагрузку на бюджет города, будут постепенно переоборудоваться те центры, которые существуют. Самым главным изменением будет подвержен порядок оказания государственных и муниципальных услуг. Теперь, например, при рождении ребенка не нужно будет подавать отдельные пакеты документов.